Ну вот, подъехали к Роману, сгрузились. Вот пенопласт не таскает. Роман и брат Виктор Сочники. Вот сейчас будут загружать дрова здесь вот наколотые у Романа. Добрый день. Какие нет. Люди приехали. Соскучились? Подъезжает, чтобы можно было грузить. Потом еще сам КамАЗ разгрузим. Вещи. Романа. Хватит, подожди, ты не меряй, не мешай. Ну все, надо залазить, укладывать. Брат, надо залазить, укладывать там, в кузове. Нет, 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 Юра. Там пенек стоит. Да, да, ты в пенек сейчас упрешься. Посмотри сам. Надо чуть сюда, правее.
Сейчас. Ну, сейчас это я цепи поставлю, а хотя... Батюшка, подержите, я засниму немножко, как они начали. Чего? Ну, как они начали укладывать. Подержите, я поднимусь сюда. Не. Иосиф. Не. Так, не две поленницы надо жить. Сейчас вот Игорь поедет вываливать сюда. Вон там Люба, Львова, тут Вада. Лена Барабаш подошла тоже. Вот она стоит в лотке белом. Сейчас сюда подъедет. Вот так вот придумали братья баки под воду Романа сгрузить. По лестнице. Да, я знаю. Угу. Как быстро работают-то, да? С помощью ковшаков. Быстрее приходит процесс. Ну да. И сейчас второй бак выгрузим тоже. Вот Юрий тоже, шофер, помогает. Никита уже раздевается, уже жарко становится. Роман построил складик небольшой себе под железо, под все, что у него есть, под дрова. Поберегись! Сегодня у нас 29 ноября 2017 года. Это Потеряевка, въезд в Потеряевку. Вот это на дамбу у нас дорога. На первый-второй мостик. Вот брат Роман, малыш, заказал КамАЗ с прицепом.
везет там стройматериал себе для дома. Вот, а обратно отсюда, даст Бог, сейчас вот будем грузить дрова и увозить туда Барнаул на Ползунова. Вот так вот выглядит деревня Потеряевка зимой. Вот пруды замерзшие, уже снегом покрыло их. Вот у брата Игоря Барбаша техника стоит уже, все нерабочая. Вот новая машина куплена, видимо, Игорь купил пожарку. Дил. На территории деревни курить запрещается. Это храм у нас. Вот. Вон там что-то Игорь тоже возводит. Какое-то строение. А, это сушилка у него. Сушилка для зерна. Он купил по осени. Вот так выглядит деревня Потеряевка зимой. Калитки открывают, а потом только ходят. Когда сугробы наметают, спокойно. Бывает даже выше самого забора наметают сугробы. Вот брат Виктор тут живет, Савченко. Тут рутинчики живут. Ворота приоткрыты специально на зиму, чтоб не сломало их потом сугробом. Так все пустынно зимой, зелени нету такой красоты. О, брат Роман здесь. Мир вам! Миром! Просто вас выгружай, сходит работник, а? Без камеры, наверное, в туалет не ходит. Да почему ходим? Ходите без камеры в туалет? Ходим, да, Васька. Ну, вот так, слава Богу. Ну, вот хозяин. Ну что, все нормально? Вот Юрий, написано даже. Ну, все, сейчас пока все это, вот он, Роман Малыш. Эта палатка у него накрыта, это пенопласт он купил. На правду им сейчас выбежал. Ну да, ее сильно потрепало. Потрепало вообще сильно, говорю. Надо же, палатка такая слабая оказалась. Чисто такое, что покрывать. Ну да. Так-то она держит, а еще не потом пенат выходит. Для движения с ней, так скажем. Весь прицеп пенопластом забитый. О, Никиту забираете, да? Да, забираем Никиту. Да он сам вроде желает тоже. Да, ну тут хорошо. Хорошо, да? Все, как брат,
Может, залезешь, поможешь? Я сейчас открою, Бог. С той стороны, брат, надо принимать. С той стороны. Ну все, ладно, тогда я сейчас помогу разгрузить тоже им. Вот заканчиваю погрузку одной телеги дровами колотыми у Романа малыша. Сейчас я залезу, покажу. Он там сгружает. Казалось, много дров, что да. Даже тут еще много уйдет. Во, вот уже стало чуть-чуть загрузить. Уже сколько вон наложили. А еще сколько дров предстоит. Много. Поднял как высоко. С помощью трактора, конечно, намного удобнее и быстрее. А то бы там вручную бы закидывали, сколько времени ушло бы. Вот, выгрузились они тут. Шины. Виктор, Виктор, это наши шины. А газели вроде бы. Посмотри. Иначе он их сюда отправил. Ага. Так что потом заберешь. Его подошел Плотников. А мы уже заканчиваем тут. Вон они. Трудяги наши. Потом вот заезжает куном. Все, они потом докидывают уже. Ну вот так вот. Вот Роман выгрузил свой пенопласт. Это будет он дом утеплять пенопластом таким. Пятнашка, наверное, по высоте. Вот так вот. Слава Богу за все.